Если в школе вам говорили, что вы творческий, мыслящий человек, способный выражать свои идеи с помощью слов, в том числе иностранных или художественных образов, то обратите внимание на наш институт. Он называется Институт филологии и искусств. Мы готовим специалистов в области русской филологии, лингвистики, хакасского языка и литературы, педагогического образования со специализацией изобразительное искусство и технологии. А также впервые открываем набор на профиль «Социальные сети и связи с общественностью». Классическая филология всегда привлекала глубиной погружения в систему русского литературного языка. Вы будете много читать, проживая вместе с героями русской и зарубежной литературы сотни историй и обогащаясь накопленным опытом человечества. Эти знания совершенно не устарели в современном мире. Наоборот, на крепком языковом фундаменте и развитом мышлении можно строить самые перспективные карьерные конструкции. Хакасская филология позволит вам глубоко познать язык и культуру родного края. Сохранить и бережно использовать многовековые традиции, которые древние жители нашей таинственной земли выражали через героический эпос, сказания и легенды. Вы овладеете методикой преподавания хакасского языка, обретете надежных друзей и наставников. Специалистов по социальным сетям и связям с общественностью наш институт раньше не готовил. Хотя именно на них есть повышенный спрос со стороны работодателей. Это неудивительно. Сегодня практически любая сфера требует качественного медийного сопровождения. К сожалению, бюджетных мест на эту программу, в отличие от всех предыдущих, нет. Но для абитуриентов предусмотрены образовательные кредиты, ставка по которым составляет всего 3% в год. Поэтому наличие платы за обучение не является препятствием для получения интересной и востребованной профессии. Профиль преподавателя изобразительного искусства и технологии погрузит вас в атмосферу творчества и визуальных образов. Учебный план программы составлен таким образом, что при поступлении вам не потребуется художественная школа или какие-то специализированные навыки. Наши преподаватели умеют создавать спокойную творческую обстановку, учиться в которой смогут практически все желающие. В этом году набор на лингвистику будет проходить на английский и китайский языки. Не секрет, что многие сферы нашей современной жизни требуют знаний английского языка. С ним перед вами откроется огромный мир западной культуры. При этом вы получите знания китайского языка, значение которого в мировой экономике с каждым годом только растет. Это достаточно сложная образовательная программа, но освоив ее, вы реально получите доступ к целому миру. Большинство профессий сегодня требует умения работать с информацией, искать, анализировать, выстраивать эффективную коммуникацию с самыми разными людьми. Чем дальше вы будете продвигаться по карьерной лестнице, тем лучше вы должны знать и уметь применять различные языковые навыки. Наш институт предлагает вам построить прочный фундамент, создать культурную и языковую базу, на которой вы будете нанизывать практически любые профессиональные навыки и надстраивать свою профессиональную карьеру так, как вы захотите, а значит, будете всегда востребованы. Приходите к нам учиться.